На одном из российских сайтов появилась очень печальная для всех нас новость. Многие из нас помнят, любят и знают всем известного композитора и музыканта Раймонда Паулса. Сегодня наш источник сообщает нам о том, что буквально час назад в одну из больниц города в тяжелом состоянии прямо из дому был доставлен известный композитор и музыкант Раймонд Паулс. Сейчас он находится в больнице, за его жизнь борются лучшие врачи. Как оказалось, в его бессознательном состоянии нашли его родственники в его же квартире, когда пришли его наведать. Информации пока очень мало, мы продолжаем следить за развитием событий. Будем надеяться, что через некоторое время мы все-таки узнаем всю причину его госпитализации. Давайте, друзья, поддержим Раймонда Паулса. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, ведь только на нашем канале интересные новости и шоу-бизнеса. Мы с вами не прощаемся, мы лишь говорим до скорых встреч, дорогие зрители и подписчики нашего YouTube-канала.